Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Ох, мы продолжаем наше вещание. Там видно поместье за деревьями. Сейчас мы поднимаемся как раз. Ох, я что-то устала. Тут-то вверх подниматься. Упасть можно. Не то поместье. Привет. Пока мы поднимаемся. Вот. Сейчас. Я сейчас покажу вам кое-что. Агата, привет. Сейчас я покажу. Там поместье за деревом. За деревом. Огромнейшее дерево. Сейчас я покажу вам кое-что. Так. Отходим быстренько. Привет. Ох, смертенечек. Привет. А смотрите, какие штуки растут. Как загнуло-то. Офигенно. Вот это реально растение. Просто реально растение. Вот такое запутанное. Вот так оно вверх вьется. По крышам. Офигенно. Не знаю, такое мистическое такое что-то. Нет, у нас день. У нас не утро, у нас день. Вот мы сейчас поднимаемся. Как раз видно уже. Поместье. Сейчас я поднимусь. Это что-то... Блин, мне жарко. Очень даже. И что-то смотрит. Это... Ночь. 4,5 года. Фу, я чуть в статую не врезалась, пока я там смотрела. Вон там. Поднимаемся. У нас солнечно, немножко ветер, но все равно, когда много ходишь, мы сегодня просто намотали столько километров, пока ходили. Это горбуни, что ли? Точно? Горбуни. Видно, вот смотрите, выступающие такие штуки, это горбуни. Круто. Что у нас поближе сделано, не делается ближе. Да, вот делается. Так. Сейчас. Мы внутри этого поместья уже были. Вот, поэтому навряд ли мы пойдем опять туда, потому что билеты мы уже потратили. Так, вам сейчас быстренько покажу. Здорово, здорово, привет, привет. Мы все хорошо, везде полно, все рассматривали это место. Одна часть этого дома. Этот дом находится в частной собственности. То есть можете себе представить, что это не как это, государственное здание, это не государственное как бы владение, это частная собственность. Сейчас есть семья, я не знаю, сейчас фамилия их какой там, да, называется поместье Гилмор.
этим поместьем. И до сих пор существует семья, которая владеет, да, этим поместьем, всей вот этой территорией. Всей вот этой территории. Это огромная территория, невероятно. Очень огромная. Есть еще здесь место, винодельная, короче, деревня, деревушка, винный делает. Там можно бесплатно вины попробовать. Но мы, кажется, туда не дойдем, потому что мы очень устали, очень много ходили. А сейчас мы вот кучкой стоим и что думаем? А, автобус ждет. Вот. Хорошо, мы же автобус ждем. Привет. А пока ждем, полюбуйтесь. Раз. Do we wait a bus? Окей. Окей. Мы ждем автобус. Мы ждем автобус. Вот. Да, очень красиво, но сейчас мы приехали вообще не в том, как это, не в то время, можно сказать, потому что здесь еще нету, ничего не цветет, ничего не растет пока. Вот, если бы так пару месяцев позже, было бы вообще красивее. Вот. А так пока что деревья голые стоят. Where we go now? What's it's next? Going to go see the animals, the big goats. Okay. Короче, едем смотреть животных. Племянники хотят смотреть животных. Я бы хотела посмотреть винодельню. Племянники хотят животных. Вот. Кому чё, кому животных, кому вино. Ой, едет автобус. Ладно, ребятки, давайте. Мы попозже, может быть, если будет что интересно, покажу.